Мы сегодня открываем цикл мероприятий книг национальных авторов. Цикл презентаций к столетию ингушской государственности открывает книга Алихана Парова, человека, который не только стоял у истоков создания республики, но и принимал активное участие в ее становлении и развитии. Произведение так и называется «Глазами чиновника» о Руслане Аушеве. В ней автор описывает все интересные события минувших лет. Не все могут сегодня представить, что не было даже стульев сидеть чиновникам, не было здания, не было комнаты, не было дорог, не было аэропорта. Ну, то есть не было ничего. И вот эти люди, эти энтузиасты, которые, как вот в книге Алихана Хаджибекаровича, очень понравилась эта фраза, я не заметил, как пришла весна. Вот они не замечали ни дней, ни ночей, они работали над созданием нашей республики. На презентации присутствуют представители парламента, Министерства культуры, писатели, поэты, все, кому интересно творчество Алихана Хаджибекаровича. С этой выдающейся личностью знакомы многие. Сегодня у нас триединое такое, можно сказать, событие триединое. Это в преддверии столетия ингушской государственности, в преддверии юбилея автора книги, которую мы сегодня презентуем или презентуется сегодня здесь, и выход из, собственно, этой книги. Мне хочется выразить свою и благодарность, и признание от себя лично за тот вклад, который сделан Алиханом Хаджибекаровичем. В этом году ингушской государственности 100 лет. С каждым годом взрослее становится Ингушетия и в статусе самостоятельного субъекта в составе России. Многие факты из истории постепенно забываются, и главная задача автора была сохранить те важные фрагменты для подрастающего поколения. Он хотел донести о людях, которые приложили максимум усилий в становлении республики. Коллег Алихана Парова его работа впечатлила. Нету выпячивания. Абсолютно это должны. Вот это отличительная особенность. Таких книг очень мало. Главная и ключевая фигура, вокруг которой построена история, первый президент Ингушетии Руслан Аушев. С 1992 до 2002 года Алихан Паров работал в его команде на разных должностях. Появилась такая мысль, что есть какие-то моменты, которые связаны со мной, именно с моей работой, и которые характеризуют его. О нем, конечно, написано много книг, о нем еще напишут. Безусловно, это великий человек. Вот. И детали, такие, которые касались меня, моей работы, я их изложил в этой небольшой работе. Алихан Паров – выдающаяся личность, отмечают собравшиеся. Талантливый писатель, художник, известный государственный деятель. На обложке книги репродукция его картины. Книга издана в Ростове, в Южном издательском доме. Это свежее издание, оно только к нам поступило. На обложке книги также картина Алихана Парова. «Эгикал» называется. Вот. Алихан Хаджибекарович занимается активно, как мы знаем, творчеством и литературной деятельностью, и изобразительным искусством. И вот это его авторская картина на обложке этой книги. К столетию ингушской государственности в Национальной библиотеке Ингушетии подготовлена целая серия презентаций, приуроченная к этому важному событию. Книга Алихана Хаджибекаровича – еще один значимый вклад в развитие истории республики. Зелимхан Калоев, Муслим Арчаков, Магаз, 24.